В работах Джорджоне «Читающая Мадонна» и «Мадонна в пейзаже» значительная роль отводится пейзажу, который служит не только фоном для фигур, изображенных на переднем плане, но и порождает настроение грусти и ощущение глубины световоздушного пространства. Вопросы перспективы, что в переводе с древнегреческого означает «смотреть сквозь», глубоко интересовали Джорджоне, как и других художников Возрождения. Появление в пейзаже скалистых отрогов, которые редко просматриваются из лагуны, навеяны Джорджоне воспоминаниями детства, когда ребенком он с матерью собирал цветы на лужайке в окружении горных отрогов, за которыми прячется солнце при заходе. Зато уже в «Читающей Мадонне» он ощущает себя полнокровным венецианцем, влюбленным в свой город, и в качестве фона пишет типичный городской пейзаж с узнаваемыми аркадами южного фасада дворца Доджи, колокольни Сан-Марко, и вдали башни с часами и двумя гигантами, бьющими в набат. Именно по ним венецианцы проверяют время, и над всем городом звучит симфония перезвона колоколов. Эта работа – редчайший случай в иконографии, когда Богородица углубилась в чтение, а младенец в недоумении смотрит на мать, держащую в руках книгу с серебряными застежками. Подобное можно встретить у Рафаэля в его «Мадонне с щегленком», где Богоматерь держит в левой руке раскрытую книгу, но смотрит на играющих с птенцом детей. А у Беллини на детройтской картине книга служит Мадонне лишь опорой для рук. Читающей Мадонне Джорджоне отдал дань уважения передовым взглядам. За годы пребывания в мастерской Беллини, являвшейся одним из центров культуры и идей гуманизма, он многое воспринял от именитых гостей учителя.